В Ломоносове в шестой раз стартовал конкурс «Молодежный фотокросс». Участники в течение нескольких дней делали интересные снимки Петродворцового района. На площади у фонтана зарегистрировались 102 молодых жителя. Все они соревнуются в двух возрастных категориях – от 14 до 18 лет и от 19 до 30. Среди участников всех предыдущих конкурсов – Ольга Целоусова. В прошлом году ей удалось не просто поучаствовать, но и стать победителем фотокросса. Нам нужно было сфотографировать разную природу и именно свободная тема. И мы очень долго ходили, гуляли. Не хотели фотографировать парки, потому что это слишком, просто. Мы пошли именно в такие места, где, не так уж прям привлекательно. У меня была самая лучшая фотография животного мира. Кого вы сфотографировали? Птичку, которая сидела на камушке. Места, темы и аппаратуру для фотоснимков участники вольны выбирать, какие вздумается. Главное, чтобы они не перешли границу района во всех смыслах этого слова. Самая главная цель – это дать возможность жителям Петродворцового района еще раз сфотографировать свои памятные места, любимые места, достопримечательности и поучаствовать в конкурсе, получить заслуженные награды. Завершится съемочный процесс 14 июня. До конца этого дня участникам предстоит отправить свои снимки на адрес электронной почты подросткового молодежного центра. По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ в культурном центре «Каскад» и в библиотеке семейного чтения в Ломоносове. Победителей и призеров наградят в День молодежи 27 июня здесь же, на площади у фонтана.